Всем привет! Вы на канале Варварка Бирюшка. И сегодня я вам расскажу, как дети в Чехии могут ловить рыбу. Первое дело, надо сдать экзамен. Потом купить поваренку. А потом уже войти в клуб рыбачских, в общем, рыбак. Я вам сейчас покажу поваренку и рыбацкий листик, который я купила рыбацкий листик благодаря своему папе. Обходится этот рыбацкий листик детям 500 крон, но мне дали бесплатно. А папе моему, взрослым людям, обходится он 3000. Вот и все. Сейчас я вам покажу свой рыбацкий листик. Так, он у меня вот в такой вот блокнотике вот здесь вот. Сейчас я вам покажу, его найду. Вот так вот рыбацкий листик выглядит. Вот. А сейчас я вам покажу, как он сзади стороны выглядит. Вот так вот. Чешская Республика, рыбацкий листик. Про цизинцы. Но я же цизинка, да? Я же белорусска. Так что я же цизинка. Я этот получила 25.04, значит, 25 апреля. А мне этот 2019 года. А мне этот листик заканчивается 25 апреля 2029 года. Так что на 10 лет. А я сейчас вам покажу, как еще выглядят разные, вот, например, вот сейчас покажу. Вот еще вот это вот. Это детям до 15 лет. Вот это поваренка клову рыб. А у меня еще есть вторая поваренка. Только она уже там. Я сейчас ее достану и вам покажу. И первое дело, что мы должны сделать, написать дату. Вот сюда вот. У нас сейчас 28.04. 28 апреля. Значит, а сюда число ревира. Это номер того озера, который ты хочешь ловить рыбу. Вот я сейчас число ревира буду описывать вот сюда. М411-0020. Вот я теперь это должна описать. Давайте. 28.04 числа ревира. А сейчас мы должны описать вот здесь вот. М411-020. У меня уже готово. А сейчас я спрошу своего папы, что мне дальше надо делать, потому что я еще неопытный рыбак. Первым делом тебе надо запомнить эту бумажку, иначе ты не можешь еще ловить рыбу и раскладывать под сак. Первым делом надо записать, потом уже можно раскладывать под сак, а потом уже можно рыбачить. Мы это все уже записали и раскладываем наш под сак. Так. Разложили впервые, а теперь уже можно раскладывать удочки. Теперь я закинула удочки, и мы сейчас будем ждать. А если рыба не клюет и вам скучно, то можно покормить уточек, как и я их. Я их уже покормила, но рыба еще не клюет. Эх, жалко. Но можно же покормить уточек. Это очень-очень-очень-очень классное занятие. Они за мной сейчас ходили, а у меня хлеба не осталось. Я думала, что они меня поклюют. Вот и все, можно покормить уточек. Вот теперь нас клюнуло, и я тяну карпа.
так рада. Мы тут играли с папой в шаманов, и я себе нашаманила. Папа, что там видно чуть-чуть? А если я тебе удочку сломаю? Ребята, я поймала настоящего карпа. Я так рада. Надо тащить сюда метр и измерять. Круто, я нашаманила с папой в игру. Вот он, мой маленький. От хвоста надо, да? Ага. 53-52 такой. Так, сейчас мы его запишем, но я должна точно измерить. Так. 53-53. Вот, я его словила, и сейчас я должна непременно записать в эту вот книжечку, там, что это, сколько я поймала, сколько сантиметров, и мы с папой померили его, и он 59 сантиметров. Вот, сейчас мы записываем, я уже написала, что это за рыба, это капр, вот здесь вот я написала, так, кус один. КГ мы не знаем, а сантиметров 59, вот. А теперь мы берем вот эту вот штуку и пересаживаем капры сюда. Там что-то еще осталось. Вот. Мы это сейчас уберем. Так, мы сейчас это уберем. Надо, чтобы не наступить на леску. Ой, я так рада. Папа сказал, что я супер. Так, я боюсь.
Я боюсь. Папа, помогай. Бедный огородный. Так, запускаем. Нет. Так. Ой. Так, ниточкой. Вот так вот. А теперь мы должны этого карпа опустить в воду, чтобы он не умер. Можно так сказать. И мы должны его прицепить к вот этой вот ниточкой, к вон тому колышку. Это мой карп. Я так рада. Вот теперь мы поймали карпа моего, а теперь мы продолжаем дальше ловить рыбу. Пойдемте, я вам покажу свой улов. Идемте. Вот сюда. Вон там мой карп, сейчас я его поближе к нам подниму. Вон там в сети эти. Но вы его, наверное, не видите, но он есть там. Он такой золотой, очень красивый. А теперь, как всегда, когда ждем рыбу, надо хорошо подкрепиться. Помните то видео с танцев, как я танцевала, а потом надо все равно подкрепиться. Вот, я сейчас подкреплюсь печеньками. Печенька с шоколадом. Как вкусно. Папа, поплавок поднимается выше. А, отпусти еще. Давай же, поплавок, давай же, поднимайся вверх. Yeah.
Варя, стой. Давай. Стоп. Ну что, есть что-нибудь, нет? Может, нет. Крути. Есть. Есть? Есть. Ой, совсем маленький. И ушел. Но сейчас у меня была поклевка, но когда я вытянул, я разочаровалась, потому что он был очень маленький. И он от меня удрал. Комментируй. Я в безумии. Так, переходи ко мне. Переходи ко мне, а то он сейчас перехлестнет удочку. И вот сейчас. Давай. Виден? Нет, тяни. Так, вижу уже. Крути. Крути, вон он уже есть. Крути. А уходит, смотри какой. Так, стой. Не крути пока. О, Варюха, молодец. Что делаем сейчас? Мерим метром. Я так рада. Пять метров. Я хочу, чтобы он был... Ой, я случайно... От мордочки до кончика хвостика. 44 сантиметра. Ну что, берешь? Можно брать. Берешь его? Да, красавец. Я так рада. Радости нет предела. Итог нашей рыбалки. Я поймала 2 карпа, 1 сантиметров 59, а вот этот вот 44. По чешским законам я уже не могу словить больше, чем 2 только. И всем пока! Вы были на канале Варварка Берушка. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Нажмите красную кнопочку. Всем пока!